Огоньки не мигают, активности в шине нет. Подключен сюда. Нажимаем кнопочку, ничего не происходит, шина спит. Ключ. Пошли сообщения. В эфире жмем. Оп. Шина работает. По первому варианту только с помощью кнопок климата работает. Второй вариант. Через выход через бортовой компьютер. То есть посылаются сигналы якобы от климата и с руля. Или не с руля. Не, по-моему, не с руля. Да, я же на кнопке типа от магнитола делал. Так что вот.